17 сентября – День памяти священномученика Михаила Богородского. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Будущий священномученик родился 19 сентября 1878 года в селе Молоково Тверской губернии. Отец Михаила служил письмоводителем в имении помещика. Окончив Тверскую духовную семинарию, Михаил был рукоположен во священника. Служил в храмах Тверской епархии. За безупречное исполнение пасторских обязанностей в апреле 1922 года отец Михаил был награжден патриархом Тихоном наперстным крестом и саном протоиерея. Безбожная власть жестоко боролась с церковью, обвиняя священнослужителей и мирян либо в политических преступлениях против государства, либо в неуплате неподъемных сумм налогов. И поскольку взять денег было, как правило, неоткуда, то священника арестовывали, рассчитывая при этом закрыть и храм. Активная деятельность отца Михаила была замечена властями, и в январе 1930 года он был арестован и обвинен в том, что уклонился от выполнения вторичных заданий по хлебозаготовкам, установленных для него комиссией содействия по хлебозаготовкам. Суд приговорил священника к 1 году лишения свободы и к непомерному штрафу. Поскольку таких средств у него не было, суд постановил описать его имущество. Через год отец Михаил был освобожден и служил в Тверской епархии, был благочинным 11-го благочиннического округа. Побывав в заключении, отец Михаил держался осторожно, воздерживаясь говорить на политические темы. Но когда началась новая волна беспощадных гонений на православную церковь, никакая осторожность не могла оградить от ареста. Сотрудники НКВД заставили запуганных лжесвидетелей дать показания. И хотя те не могли сказать об отце Михаиле ничего плохого, все, что они говорили, оформлялось как свидетельство против него. Например, в последних числах июля 1937 года возле церковной ограды при встрече с отцом Михаилом на мой вопрос, как живется, отец Михаил ответил: «Живу ничего, верующих увеличивается, тяга к церкви все больше и больше». Эти сведения позволили следователю написать впоследствии, что контрреволюционная деятельность священника подтверждается свидетельскими показаниями и другими данными. В августе 1937 года власти арестовали отца Михаила. При обыске забрали церковные документы, обратив особенное внимание на то, что ему благословляется быть духовником благочиния для духовенства и членов их семей. 13 сентября тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Протоиерей Михаил был расстрелян 17 сентября 1937 года. Священномученик Михаил Богородский причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года.